Серпухов в очередной раз стал площадкой для съемок сюжета федерального канала. Узнать, как православные отмечают праздник введения в храм Пресвятой Богородицы, во Владычный женский монастырь приехала съемочная группа Первого канала. 7 веков истории, уникальные рецепты монастырской пекарни и ответ на вопрос, почему этот праздник так любят дети. Подробности в выпуске программы «Доброе утро» на Первом канале.